Доброе утро. Нас сегодня ждет интересная, хотел сказать, морская прогулка, но нет, не морская прогулка, это будет речная прогулка. Мы собираемся сплавиться на реке. Вован уже готовит. Здесь лодка, здесь вода, здесь Вован. Это дети. Детки остаются, Настенка остаются. Мы едем с Вованом вообще чисто одни. Что нам предстоит? Значит, есть река Истра, и мы хотим здесь, за домом она течет, мы хотим прямо отсюда сесть, либо здесь, где магазин Перекресток, чтобы проехать возле усадьбы Чехова, и будем дальше отправляться до самого города. Оп, все, идем. Идем вдоль трассы. Хочу вам показать, здесь такая есть стела. Левитан, Антон Чехов. Короче, здесь вот, в этой деревушке, тусовался постоянно Чехов, писал свои лучшие произведения, представляете? А сейчас тусуется Володя и пишет свои лучшие произведения. Здесь, в общем, да, жил Левитан с Чеховым. И вот здесь вот отреставрированная усадьба Вишневый сад. Здесь он написал свой знаменитейший рассказ «Вишневый сад». Если набить в интернете Чехов и Бабкина, он очень лестно отзывался о Бабкина, сказал, что он здесь провел свои одни из самых лучших годов. По-моему, здесь 2-3 года они жили. Ну, не тужили. Мы добрались. Вот она река. Вот с моста. Надо сейчас только единственное спуститься нам, накачать лодку, и будем отправляться в путь. Лодка готова, все накачали, сейчас осталось последнее, вкручиваем весла. Такой пакет взяли специально, чтобы если нам затечет вода, чтобы вещи наши не намокли. И будем сейчас спускать все это дело на воду. Мы готовы двигаться в путь. Вот здесь вот сейчас будем спускать лодку. Вода достаточно прохладная. Вовка говорит, что она зимой и летом примерно 10 градусов, но она реально холодная, вот как вот, не знаю, зимой. Как зимой в Сочи мы купаемся в водопадах, вот примерно такая же. Было бы солнце, можно было бы на ходу куда-нибудь запрыгивать. Тихо. Мы двигаемся. Опа. Красота. Все. Так, ну все. Все, выдвигаемся. Будем смотреть, как и что. Сейчас засекем время, сколько у нас уйдет. На что бы засечь. Ради интереса запускаем секундомер и посмотрим, сколько времени у нас уйдет. И потом в конце посмотрим еще километров, сколько мы проплыли. На самом деле течение достаточно такое, не назовем его сильное, но оно есть, поэтому веслами можно только подруливать. Видно дно, но здесь небольшое дно. Вот они, водоросли торчат. Мы сейчас уже подплываем к усадьбе Чехова. Сейчас я хочу там запустить дрон, показать красоту эту с высоты. Вот, и сделать классные кадры.
здесь сделали, смотрите, такой симпатичный пляж, ну, собственно, который мы прямо сейчас с вами видели сверху. Прикольно. И незначительные обрывы начались. Дальше вроде должно быть еще лучше. Подплываем к нашему пляжу. Как говорит Володя, ущелье будет, целое ущелье, представляете? Да, сейчас подплываем к пляжу, который находится возле дома ребят. Сейчас тоже покажу. Вот мы, собственно, подплываем. Как говорится, это у нас будет такая рекламная пауза. Вот, потому что нужно сгонять до дома. Сейчас расскажу, зачем. Плыли мы сюда 33 минуты 40 секунд. Мы, в общем, начали когда плыть, потом вспомнили, что мы с собой не взяли ни деньги, ни карточки. Вот. А возвращаться нам нужно либо на такси, либо на автобусе. Плюс, скорее всего, где-то перекусить, потому что сплавляться нам где-то часа, наверное, 3-4. Поэтому сейчас припарковались, бегу до дома. Быстренько сбегал, денежки взял, чтобы были на всякий случай. Вообще не люблю бумажные эти штуковины. Поэтому посмотрите сейчас рекламный актуальный ролик. Те, кто за нами давно наблюдают, вы знаете, насколько я люблю тратить деньги с карт. Я даже иногда попадаю в просак, потому что у меня просто никогда не бывает налички. Почему так происходит? Потому что я люблю тратить деньги и при этом зарабатывать. Кто-то скажет, в смысле? На самом деле, тратя деньги с карт, вы получаете хорошие кэшбэки. Не в каких-то там бонусах, а в рублях. И я нашел для себя новую карту от Альфа-банка. Дебетовая карта, которая дает кэшбэка аж до 33%. Если вы не совершаете покупку у ключевых партнеров, то не вопрос. Вам будет всегда начислено 2%. Потратили 100 тысяч, 2 тысячи в месяц заработали. Я думаю, что это очень существенно. По ссылочке в описании вы получите повышенные кэшбэки. Вы получите пожизненное бесплатное обслуживание без каких-либо условий. Помимо всего этого, после первой траты вам придет на карту 500 рублей. Кто-то скажет, о, что-то мало. Но согласитесь, на дороге не валяется. Помимо всего этого, вы получаете снятие без комиссий в любых банкоматах, переводы без комиссий в любые банки по номеру телефонов. Про кэшбэк я вам сказал, и про бесплатное обслуживание я вам тоже сказал. Также вы получаете бесплатные платежи за мобильную связь, ЖКХ, штрафы и другие услуги. Бесплатные переводы без комиссий до 100 тысяч рублей в месяц. Я считаю, что Альфа-банк сделал очень крутые условия, поэтому не упускайте ваш шанс. Оформив карту, вы ничего не потеряете, а только можете заработать. Ссылочка в описании. Переходите, оформляйте и, самое главное, пользуйтесь. Пока туда-сюда ходил, уже и солнце вышло. Уже он даже кофту снял и стало жарко. Возможно, мы где-то даже будем купаться. Ну все, мы продолжаем путь дальше. Да, водица, конечно, очень прозрачная, еще под переливание солнца, водоросли разноцветные. Здорово, но вода реально очень сильно холодная. Вот я буквально 20 секунд держу руку в воде, и все, ее начинает сводить. Вот прям как водопады, горные зимой. Обалдеть. Впереди у нас такой небольшой остров. По центру. Так, да, поплыли по руслу основному. Мы здесь 2 года назад купались. Вон там. Вот где-то здесь вот. Сейчас доплывем, думаем тоже искупнуться. Припарковались. Вообще никого, просто поле, лес. Вот она наша лодка. Здесь вода чистейшая, но холодная, ребята. Вообще. Так что мы идем купаться. Слушайте, нет, это даже, по-моему, холоднее, чем в сочинских водопадах. Это очень холодно. Очень холодно. Я не знаю, меня свело просто все места, которые можно было свести. Жесть. Но традиционно 3 раза по-любому надо. Все, сейчас немножко посохнем и дальше. Все, мы отчаливаем от этого пляжа и держим путь дальше. Будет вам видно прозрачность воды здесь. Здесь такой песочек, галька. Водорослей нету. Здесь, конечно, вот купаться классно.
какую красоту мы сейчас подплываем. Такой пляж, лесенки, образовался островочек из водорослей, да, такой травяной остров. Он там прослеживаются уже дома. Да, кто-то себе здесь территорию купил классную. Вот это я понимаю, домик. Вот если смотреть вот эту сторону, посмотрите, как будто бы у нас слева гора. Ну, здесь небольшой такой холм. Вот если всматриваться туда, видите, там песок, видимо, осыпается. И мы продолжаем дальше плыть. И здесь, кстати, течение уже не такое. Это даже можно заметить по водорослям. То есть, если там водоросли, их так много, они так все накатаны, то здесь как-то вода больше стоит. Да, смотрите, какая красота. Я, кстати, сел за весла. Хочу вам показать, тут какой-то коттеджный поселок. Эсквейр парк, беседка, мангальчик. Здорово. Еще бы здесь, если дно почистить, сделать пляж, было бы вообще замечательно. Но не каждый сможет купаться в такой холодной воде. Сейчас... Я, например, очень люблю. Доплывем до пляжа. До пляжа там Истринска, возле станции, где электричка. Там муниципалитет Истринского, да, Истры. Сделали пляж, завезли туда песок, ну как на водохранилище один сделали. И прям дно, оно все вот прям в песке, в белом, как на... Ну, сделали морях, пляж. Там, да, прям классно сделали, увидите. Плывем дальше. А дальше у нас, посмотрите, какой сделали они красивый спуск себе в реку. Купаются, судя по вот пилин, да, заходят. Я думаю, что глубина здесь даже позволит бомбочкой сигануть. Река, холм, лес. Видите, дома торчат. Это вот такие же дома, как где живет Вовчик, такой же застройщик. И несколько лет назад мы, короче, хотели как раз, ездили, смотрели вот эти прям дома, думали, короче, тоже купить. Но в итоге что-то мы не купили. Вот, а так, представляете, можно где было бы жить? Вот так вот. Прям спустился, вид на реку, спустился, покупался. Классно. Мы проплыли церковь Николая Чудотворца. Я родился в его дату памяти. А Вовчик родился в его дату рождения. Вот, короче, для нас место особенное. А сейчас мы уже очень-очень аккуратненько подплываем к Новоиерусалимскому монастырю. Вот. Там будут бомбические кадры, обязательно полетаем. У меня, кстати, как раз зарядочки осталось именно для него на дроне. Вот. И мы продолжаем держать путь на Истринский пляж. Ну вот, собственно, про что я вам говорил. Смотрите, уже виднеется купола. Бело-зеленая расцветка. Вот, нам осталось до него совсем чуть. Вон рыбка плещется. Смотрите, здесь висит тарзанка. И походу здесь и глубина, видимо, позволяет прыгнуть. Здесь, да, позволяет. Смотрите, как супер. Так, пойдем прыгнем. Солнце вышло. Пойдем? Не знаю, я что-то пока... Я не мог проехать мимо. Я там не снимал. А? Я не снимал. Она, ну, там держится на ней, веревка там не порвана, ты проверишь на себя. Да побегу! Нормально? Вообще нормально. Как там говорится? Пацан сказал, пацан сделал. Вау! Я пытаюсь Вовчика заставить это сделать. На самом деле, вообще, просто улет. Я 100 лет с тарзанки не нырял. Это очень круто. Смотрите, смотрите. Очкует. Ты типа. И прям с прыжком туда. Давай. Ну ты чё? Погнал. Е! Он это сделал. Лайкосик.
Конечно, кайф. Ну все. А я традиционно третий раз. Короче, сейчас был максимальный прикол. Посмотрите, у меня вот так все красное. Что было? Я залажу на тарзанку и решил просто покачаться, не прыгая. Меня Вован раз качнул, два качнул, три качнул, я возвращаюсь сюда, слажу с ним, потому что же руки соскальзывают. И в итоге меня обратно несет по инерции. Бу-бух в воду. И прям плашмя зашел. Неприятно. Я говорю, в такие моменты, как всегда, камера была выключена. Мы продолжаем путь. Здесь так смотрите, как красиво склонилось дерево. И напоминает очень сильно, когда в суко плаваешь на Кипарисовом озере, и вот так же между деревьями проскакиваешь, думаешь, вау. Смотрите, какая красота. Храм все ближе и ближе. Мы прям вот почти-почти уже к нему подплыли. Сейчас будем там подплывать под мостом, будет музей. Сейчас всю красоту будем смотреть еще и сверху. Ну что, вот у нас впереди мост. Сейчас это автомобильный мост, сейчас будем под ним проплывать. Следующий мост, по-моему, пешеходный. Если мне память не изменяет. Вот, прям совсем чуть осталось. Немножко полетали, но, к сожалению, дрон сел. У меня только единственная батарейка, которая шла в наборе. Нужно срочно покупать комбо-набор, там, где будет еще дополнительно 3 аккумулятора и станция. Это, конечно, очень нужно. Здесь проплываем купель. Здесь, видимо, окунаются, когда крещение. Но мы и так окунулись уже. Проплываем еще одну купельку. Люди стоят, нас приветствуют. Еще одну часовенку. И уходим вот за такой вот поворот. Смотрите, у нас река изгибается. Мне на самом деле очень интересно, когда мы приплывем, вернемся, сколько по времени у нас идет этот сплав. Так что не переключайтесь, посмотрим. Никто не до конца сплавился. Чуть позже. Ну как, ну мы докуда и хотели изначально, до этого. Ну, даже до станции. Да. Ну да, даже до станции, до Истринского пляжа. Дальше, конечно, поплывем. Здесь даже есть, смотрите, какой мост. А-ля подвесной такой, прикольный. Ага. Ха, интересно здесь сделано. Так, мы куда-то в дерево впендюриваемся. А вот здесь вот плотнее леса. Больше деревьев на реке. Склоненные, да, видите, вот так вот. Много коряк. Вот такие вот водоросли торчат. И мы подплываем к Волоколамскому шоссе. Вот уже идет от него шум. И получается, что мы вот этот монастырь так полностью огибаем по реке. Здесь такой кусок вот этих, как они правильно, лотос, по-моему, называются. Но они, видимо, не распускаются. Вот эти бутоны, видите? Стоят как пушки такие. Но ничего не цветет. Ну, может, попозже будет? Может, попозже будет. У нас впереди... Виднеется вот уже Волоколамка, пешеходный мост, автомобильный мост и препятствия. Смотрите, все заросло вот так вот водорослями, камышами. И нужно как-то придумать, как нам это проскочить. Ладно, что-нибудь придумаем. Волоколамка.
ламку прошли успешно. Под мостом, вы сами видели, начало лодку всячески разворачивать. Там были такие пороги, накиданы какие-то арматуры, торчащие прям. И, конечно, резко даже запереживали, что можем проткнуть дно у лодки. Конечно, было бы не очень приятно. Но все обошлось, все нормально, преодолели. Продолжаем дальше путь. У нас вот здесь вот за деревьями парк Истринский. И здесь в парке, получается, есть вот такие вот, смотрите, смотровые площадки с видом как раз на Иерусалим. Смотрите, как клево. И даже здесь есть вот такие вот местечки. Видите, какой обрыв? Сейчас поближе подойдем. Березка прям на таком обрыве, и видно прям всю корневую систему, как волосы в воду вот так уходят. Конечно, смотрится красиво, но на самом деле отчасти опасно. Вот так вот проплываешь, что-нибудь начнет сыпаться. И вот эти две махины, блёмпс, это будет, конечно, жестко. О, впереди еще мостик какой-то. Что-то там есть. Мы почти подплыли, там уже прям полноценный город Истравн виднеется. Постройки. Это пешеходный мост. Вот сколько мы плывем, полно вот таких вот маленьких пляжиков. И что хочу сказать, что вот мы в городе сейчас как бы плывем уже прям в черте города. И вода здесь, конечно, уже грязнее. Местами даже не видно дна. Видимо, что-то тут а-ля сливают. Вот, пожалуйста, еще какой-то пляжик. Тут даже чьи-то вещи лежат. Не знаю, кто-то, наверное, плавать тоже ушел. А мы проходим прямо под мостом. Привет, утята. Ну вот мы подплываем к центральному городскому пляжу города Истра. Там такие флажочки какие-то. Вижу, там есть люди. Ну, сейчас поближе подойдем, посмотрим, как оно все выглядит. Здесь жилые дома, вид у них, видите, какой прикольный. И вот с этих домов виден тоже Иерусалим. Мы вот сейчас подплывали, видны были купола, но им-то сверху, естественно, все видно-видно. Все, мы сейчас будем прибиваться уже к берегу. Так, Вован, ты куда? Так, а я пока вам покажу вот так вот пляж со стороны реки. Песочек, волейбольная площадка, мусоры, мусорки, гостевые вот кабиночки есть, точнее переодевалки, да, душевые кабинки, спасательная вышка. Слушайте, ну очень, очень прикольно. Так, все, опа! И песочек как это, как в Оленевке. Че? Ну, песчаное все засыпано. Ну да, ну это специально засыпали. Да, конечно. Песок, естественно, завезенный. Так, давай, Вован, выходи. Опа. Сейчас еще походим по пляжу, посмотрим, что здесь есть. Надо еды купить. Голодные мы, конечно, очень. А я хочу вам показать по времени, сколько мы плыли. Через 40 секунд будет ровно 4 часа. Посмотрите. Тык-тырик, тык-тык. Видно, не видно? Так, ну, надеюсь, будет видно как-нибудь. Как-нибудь, может быть, вот так вот. Да, 4 часа. Короче, ровно 4 часа. Обалдеть. Теперь нужно еще спустить лодку и добраться до дома. На дом. Ну, мы сейчас там на автобусе. Там дыши, короче. Слушайте, вообще прикольно. Сильные, да. Вот, это парковка для велосипедов и для самокатов. Да. А там классно. Вот история, что Истра попадает в Сенежское озеро, там написано, как оно протечет. А, вот так вот. Раздельный мусор, тоже классно. Слушайте, ну отдыхать здесь вообще по кайфу. Песка много, песочек приятный. Ну, вот как завезенный, например, на том же, в Сочи, на Редисон, например. Вот, видите, какой здоровский. Ну, людей пока никого, потому что будний день, плюс погодка не так. Одна семья только отдыхает. Блин, прикольно, мне, конечно, нравится. Если вы местные, пишите, были ли здесь и вообще нравится ли вам здесь отдыхать, если были. Ну, а если вы где-то поблизости живете, либо вы местные, не знали про это место, то, пожалуйста, обязательно приезжайте, отдыхайте. Блин, ну, очень-очень круто, вот прям вообще максимально достойно. Просто есть чем сравнить, например, в Подольске живут у нас родители, где мы прожили достаточное количество времени. Такой красоты нету, хотя там тоже есть река, та же Пахра, например, вот.
поезд едет, состав какой-то. Сейчас посмотрим про историю, то, что Вовчик сказал. Стоит стенд, почитаем. Вот, поближе. Вот, я поближе подошел, пожалуйста. Здесь можно припарковать. И сама история. Добро пожаловать на городской пляж на реке Истра. Зона купания. Вот она отмечена, что здесь есть. Вход на пляж. Правила поведения. Температура воды 25 градусов. Нет, не может такого быть. Ну и воздух — это какие-то другие показания. Вода здесь холодная. Что можно, что нельзя. Телефоны. Что здесь есть, условное обозначение. Вот, собственно, вот такая. И вот она, история. Можете поставить на паузу и немножечко прочитать. Лодку вытащили, немножко она сейчас подсохнет, и будем ее складывать. Еще хочу вам показать, здесь так сделали дерево забытых вещей. Все, кто забывают, здесь вешают, значит, эти вещи, и люди потом могут посмотреть. Кафешка сегодня не работает, поэтому мы пока остаемся снова без еды. Мусорочки, туалеты, я уже показывал, сейчас просто хочу сходить в туалет. Ну что, рум-тур по туалету. Посмотрите, какой прикольный, стильненький, серенький, чистенький, самое главное. Все убирают. Это я. Вообще супер. И он, между прочим, бесплатный. Лодку сложили, портфель одели. Отправляемся на поиски еды и будем как-то добираться до дома. Я позвонил Настеньке, и она говорит, там обед готов, поэтому мы решили ничего не покупать. Купили только мороженое во Вкусвилле. Сейчас едем домой, посмотрите, где я нахожусь. Вот так вот, это станция. Я 100 лет себя не чувствовал вот таким туристом. Обычно мы же там автопутешествуем. А тут еще надо еще и добраться, еще там билетики купить, вот эта вся история. Конечно, прикольно. Как вам выпуск? Пишите комментарии. Я очень надеюсь, что такое путешествие вам тоже понравится. Ставьте лайки, комментарии, сделайте репост по возможности. И буду с вами прощаться. А, кстати, еще я хотел сказать, что вот такая вот типа а-ля экскурсия по реке Сплав. Здесь есть ребята, кто делает, берут от 3000 рублей, представляете? У нас есть лодка, поэтому мы себе организовали сами. Ну все, а теперь точно пока.